Первое правило бойцовского клуба – не упоминать о клубе. А? Второе правило клуба – это твое? Я бы не стал обращаться с этим, кому ни попадя. Ведь человек, написавший это, опасен. И этот тихий и приличный с виду псих может вдруг сорваться. И он начнет метаться из офиса в офис, держа Армалит ТАР-10 карабин полуавтоматически в руках, и будет выпускать обойму за обойму своих коллег и сотрудников. Возможно, вы знакомы с ним годы, и он совсем, совсем рядом с вами. Может, вам не надо соваться ко мне с этими бумажками? Извините, у меня дела.